Предприятия агропромышленного комплекса Верхневолжья в 2022 году поставили продукцию в 20 стран мира на общую сумму в 28 миллионов долларов. Таковы предварительные подсчеты Федеральной таможенной службы России. Работа ведется в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК», входящего в состав национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Так, продукция пищевой и перерабатывающей промышленности занимает наибольшую долю в структуре регионального экспорта. Это чуть более 42% от общего объема поставок продукции АПК за рубеж. Из них почти 38% мясной и молочной продукции, а именно мясо свинины, птицы и сыры. Крупнейшими импортерами товаров в 2022 году стали Республика Беларусь, Узбекистан и Казахстан. Наращивание потенциала АПК – одно из ключевых направлений развития экономики Верхневолжья. Важно, что показатели прошлого года свидетельствуют об устойчивом развитии сельскохозяйственных производств, отметил глава региона Игорь Руденя.